Автомат «Зеленое сердце» Райнхарда. Очень красивый сорт, сердцевидной формы, с зелеными плодами. Вот такие вот сердечки зеленые. И вот такая вот красивая мякоть. Зеленая с розовым отливом, с такими розовыми пятнами. Вот взгляните в разрезе. Ну, почти одно мясо, семян практически нет. Это очень популярный сорт. Я выращиваю его в этом году впервые. И расскажу, какой он у меня в этом году. Выращиваю в открытом грунте. Кусты высотой где-то до метра. В теплице будут высокие. Я думаю, что метра и два. По сроку созревания этот томат сверхранний. Плоды сердцевидные, зеленые. Ну, полностью, вот видите, зеленые, ну, наблюдаются где-то розовые такие пятнышки, полоски. Мякоть у него зеленая, с розовыми пятнами, очень сочная, мясистая и очень сладкий. Вообще кислинки нету. Томат просто суперский. Сейчас мы его взвесим. Посмотрим, какой же будет вес. 242 грамма. Это 263. Последняя циферка у меня не показывает, потому что перегрелись на солнце, теперь она не работает. Ну, вот такой вот интересный томат. Что хочу добавить еще. У нас было наводнение в этом году. И на удивление, плоды, в принципе, не сильно пострадали. Вот такие только небольшие потеки. Чтобы понимали, у нас сутки стояла вода, где-то 4 сантиметра воды, и она не впитывалась. Так сильно набрала воду, и вот как результат они не лопнули. А это у нас был град, побил. Это след от града. Вот видите, этот плод. Вот, тоже побит градом. А здесь тоже были удары, градинки. Ну, вот этот лопнул. Ну, большинство плодов не треснули. Неплохой сорт. Я выбрал покрупнее, поменьше. На кустах там висят. Сейчас посмотрим. Сердцевидные. Ну, мякоть очень красивая. Сочный, мягенький. Для салата очень даже ничего. Такой вкусный. Ну вот они, сердечки на кустиках, вот такие вот сердечки. Ну видите, потрескались. Ну что поделаешь, такой вот этот. Вот здесь есть плоды. Мы уже давно их собираем, это остатки. Видите, вот оборвано, все оборваны плоды, мы их собираем. Очень много томатов, еще не собраны. Я рекомендую вам посадить этот сорт. Он очень и очень красивый, вкусный, сладкий. Если вам нужны семена этого сорта, в описании под этим видео есть ссылка на наш сайт. Заходите и заказывайте семена. Также в описании под видео есть электронная почта. Пишите, я вам отвечу на все интересующие вас вопросы. Поставьте лайк, кому понравился этот сорт, если вы его выращивали. Задавайте вопросы в комментариях. Пишите. Всем пока.